Утро. Сегодня 27 августа. Вот я еду, тополя. И как солнце пробивает. Интересно, лучи. У меня велосипед падает тут. По окрестности проплывает. О, тут Михаил Кальмаев идет. Попутно несет кошкам, собачкам. Все, по дому работаем сейчас с Никитином. Я сейчас догоню вас. Все провода идут к лагерю. Это из лагеря идем. Сейчас ребят предупреждал. Дома появились. Сразу начинают какие-то женщины. Ну, какие там разведенные, брошенные. И все, и какое лицо красивое, какой ты парень замечательный. То есть ей негде пристроиться. Вот. Я говорю, сейчас у вас начнется здесь катавасия. У меня были такие люди, которые не оценили эти подарки, ничего. Нормальные люди, нормальные. Как только в свой дом зашел, так сразу распрекся. Здесь один также строился, помогал, мой материал у него был, все. Нормально, даже пошли вместе. Но как только построился, сразу распрекся, все. И пить начал, и дальше закуролесил, все кверх ногами полетело. То есть и некоторым не полезно это. О, как солнышко идет. Это вот то, что мы для скотины загородили нынче. Ну, есть что посмотреть. Это вот наш скворечник. А за ним это Володя Пащенко дом, бывший калашниковский.